Я застал всю вот эту вот историю, всю с галереями по всему двору, вот этими балконами, и сверху выходила толстая тетя Фрида и кричала вниз, когда рыбаки приносили рыбу. Она хотела быть ближе к народу и кричала: «Хлопец!» — вона українською мовою — «Хлопец, і скільки коштує цей фіш?» Вот. Значит, это все было на самом деле. На самом деле такие люди существовали. Половина из них в Израиле, другая часть в Америке. Я недавно в Америке встретил знакомую из этого же двора. Вот. Она очень полная женщина, она уехала где-то в 70-е годы. А я шел к друзьям. И в скверике вдруг я вижу какой-то сильный шум, хамишуцер такой, все кричат. Одни кричат: 911, звоните в 911, другие кричат: нет, надо звонить в скорую помощь. Те ему кричат, что нет, скорая помощь нету в Америке, надо в 911, они пришлют скорую помощь. В общем, сумасшедший дом. Я подхожу и вижу, обнаруживаю эту соседку, которая сидит на скамейке. В одной руке у нее вставная челюсть, а в другой вставной ее же глаз. И она меня увидела и узнала. Я подхожу, говорю: тетя Фира, что с вами? Как, что, в чем дело? Она говорит: Алечек, ни хрена себе чихнула я. У нее выпал глаз из челюсти.